Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи настаивает на полном и немедленном снятии санкций в случае подписания юридического соглашения по ядерной программе. В четверг Аятолла впервые прокомментировал Лозаннский план по ядерному урегулированию. По словам Хаменеи, Лозаннские договоренности не гарантируют подписание окончательного соглашения. Некоторые поздравляют нас с достижением этого рамочного соглашения, но это бессмысленно. С чем тут поздравлять? Итоги этой встречи не гарантируют окончательного соглашения, ни его содержимое, ни то, что переговоры продолжатся до конца. Нет никаких гарантий, сказал Аятолла. Ранее президент Ирана Хасан Рухани также заявил, что соглашение о международном контроле над иранской ядерной программой будет подписано только при условии отмены всех санкций против Ирана. В четверг Госдепартамент США вновь подчеркнул, что санкции с Ирана будут сниматься поэтапно и только на основе подтверждения выполнения Ираном взятых на себя обязательств. Внешнеполитическое ведомство США не комментирует заявление президента и Аятоллы Ирана. Глава МИД Франции в четверг отметил, что слова Аятоллы свидетельствуют о сохраняющихся разногласиях по ядерной программе между Ираном и международной шестеркой. Переговоры с Ираном должны возобновиться в ближайшее время.